Ульяновске съемочная группа немецкой телекомпании НДР главным объектом для съемок выбрала Ленинский мемориал. Цель визита в наш город нам объяснила коллега с немецкого телевидения. В следующем году в России будет чемпионат мира. Нам хотелось бы показывать нашим зрителям, что это стоит не только ехать туда и смотреть футбольный матч, но познакомиться с такой прекрасной и чудесной страной. До Ульяновска съемочная группа успела уже посмотреть через объектив камеры многие волжские города, проплывая на теплоходе по Волге от Москвы до Астрахани. Обратный путь у них был сухопутный. Они решили проехать его на автомобиле, снимая по пути самые интересные достопримечательности для немецких зрителей. Интересно, что в Ленинском мемориале представители немецкой телекомпании снимали не только музейные экспонаты, но и посетителей музея. По счастливому совпадению в это время на экскурсию пришли зарубежные студенты международной летней школы УлГТУ из Китая, Германии, Италии, Пакистана, которые будут обучаться в нашем университете до конца месяца. Я не ожидал, что такое большое здание и такая большая выставка. Мне очень нравится, очень интересно. Приятной неожиданностью стало выступление экспромт в конце экскурсии студента из Китая, который на фортепиано сыграл «Подмосковные вечера». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.